Добрый день, дорогие друзья. Итак, барахолка. Что-то я там вчера перебирал у себя, понаходил всякой всячины. Начинаю потихоньку, буду реализовывать. Итак, первый, как говорится, лот. Это 5 камней, которые шли в комплекте, если я не ошибаюсь, с оригинальной точилкой Edge Pro. Это 120, 220, 400, 600 и 1000. Камни работают очень хорошо, но все, кто в курсе, кто работал ими, знают, как они работают. Продается вот весь вот этот лот, плюс к этим камням фиолетовый сланец. Работает вода для мягкой кухни или нержавейки. Вот фиолетовый сланец, так он называется, наклеен уже на бланк. И яшма, притир, вода, в общем, бланк уже готовый. Ну и два бланка где-то у меня какие-то здесь есть. Вот камень гриталон 120 практически. Новый, потому что я его только начал работать им. Чуть-чуть что-то там поточил. Вот. И еще 120-й. Вот не помню, какой вот это производитель. Тоже два камня. То есть вот этот набор полностью стоит 3500 рублей с доставкой Почты России. И в подарок, кто возьмет сразу вот эти все камни, вот такой вот чехол, футляр, даже не знаю, как его назвать. Вот такой, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я так понял, это для ножей. То есть ножи здесь как бы прячутся и для хранения. Где она у меня взялась, уже не помню, но в общем, где-то она у меня взялась. То есть это идет, как говорится, подарком. Итак, комплект камней Edge Pro, яшма, фиолетовый сланец и два камня 120-х, 3500 рублей, доставка включена, подарок, вот такой чехол. Клинок из стали К-340, который был недавно у меня на тестах, буквально 2 дня назад или 3, брал его в магазине Cutler Su, проверенный, заточенный. Ну, я его еще, правда, не восстанавливал. Но, тем не менее, клинок вполне даже хорош. Сталь нормальная, как говорится, как я уже и говорил, для непритязательного пользователя. Цена 3000 рублей с доставкой по России, уже включена в стоимость. Дальше. Нож. К нему будет еще чехол, ну, типа ножны. Нож из стали К-390, термичка Александра Куделина, рукоять стабилка, заточенный, твердость я не знаю какая, но сразу говорю, что точился очень тяжеловато, такая сталюка сама по себе жесткая, точил веневскими алмазами, финиш здесь 5-3, вот такая, хороший такой рабочий ножик. ТТХ по ножу. Так. Длина 210 мм, 21 см. Длина клинка 95 мм. Рукоять 120. Толщина здесь, по-моему, 3,8, что-то такое, в толщине обуха. Спуск я 2/3. Очень кто брал К-390, все очень довольны, особенно по охоте, он режет аки-лазер. Цена 7500 рублей. Он один, пока больше нет, и
еще неизвестно, будут или нет. 7500, чехол будет в комплекте. Так, нож проверенный на канале. Видите, он уже здесь чуть-чуть начал питинг словил, но эта железка, она ржавеет, к сожалению. Но, тем не менее, механика и рез у нее просто на хорошем уровне. 26C3, шведская углеродная низколегированная сталь. Сама по себе очень хорошо держит РК, малые углы, механика на приличном уровне. Здесь очень длинный клей, 150 мм. Это для тех, кто, как говорится, любит такие большими клинками. Да, 150 мм работать. 6000 рублей в комплекте. То есть рекомендую взять. Железка классная, даже несмотря на то, что она ржавеет. 6000 рублей с почтой в России включена в стоимость ножа. И вот такой вот подарочный вариант. Но это, скорее всего, что новогодний. Видите, да? Вот так вот сапожок. Сейчас я удалю. Как себя? Нет, не получается удалить. Вот такой сапог. Я так понял, это рождественский сапог. С патчем Blade HQ. Это он у меня взялся, этот сапожок, давным-давно. Когда-то я через этот сайт заказывал несколько ножей из Приндрана. Вот. И потом он пришел. Это шел как в подарок. Сейчас, секундочку. Продолжаем. Извините, отвлекся. Так, он у меня шел, как говорится, в подарок. Здесь крепление молле, карабин, рукоять вот такая, что можно его брать, носить. Здесь молния, которая можно вкладывать вовнутрь, что-то там хранится вот так вот. Вот так вот можно тут ножи положить, там еще что-нибудь положить. Потом закрывается молния. Можно вот отсюда открывать молнию, с этой стороны. И также вот залезть в этот карманчик. Здесь фастексы, два штучки. Защелкивается, можно там что-нибудь, наверное, прикрепить, не знаю, как это. Здесь тоже карманчик, затягивающийся этим. Здесь еще один карабин. Вот такой вот подарочный сапожок для ножемана. 1500 рублей с доставкой почтой России включена. Вот такой вот, смотрите. Ну что ж, на этом пока все. Кто что захочет приобрести, пишем пишем в комментариях под видео. И я дам свой номер контакты, WhatsApp, либо на почту. Ну, куда напишите, туда напишите. На этом все. Пока. Всего доброго. Удачных покупок. Пока-пока.